Всем привет, это канал Красного Герцога, и сегодня мы будем вывозить сельское население с нашего центрального острова с игрой City Skylines 2. В прошлой серии мы начали распланировали наши новые будущие районы, красивые, удобные для проживания. Я даже уже подзастроил. Тут вот финансовая, точнее не финансовая, офисная часть такая, да, большая, красивая получилась. У него там внутри пара парков. Тут так даже не видно. Вот так вот. Плюс парковка, которая уже битком, кстати. Нет, поставил. Стоимость поставил. Вот. Один райончик я тут уже, по-моему, застроил, заселил где-то какой-то. Вот этот, по-моему, да, вот здесь вот частично, правда, есть еще куда селиться. А вось поселятся. Вот, ждем тогда. Я думал, может, настроить сразу, но нет, пока дополнительно размечать не будем. Да, колесо оборзения поставили. Красивая, которая стоит 500 000 в месяц и содержание. Ну, а вот это нам туристов принесет. Кстати говоря, давайте глянем, как они тут поживают. Ну, кстати, растет число уже. Вау, больше 5000. Ну-ка. Нет, ты смотри, их больше 5000, но они продолжают ютиться в этих трех гостиничках. Кстати, есть такая штука. Где-то вот здесь. Да, вот. Гранд отель. Высокомонументальная гостиница в классическом стиле. Правда, стоит лям 600, но может и стоит ее куда-нибудь воткнуть. Где-нибудь здесь же, допустим, рядышком. Может здесь прям воткнем, но попозже. Да, собственно, что я хотел в первую очередь сделать, прежде чем начать. Пробки. Опять пробки. Ты смотри, а. Да что ж вас всех туда и обратно. И опять здесь, на ровном месте. Я их убью, блин. Я шорт уже выложил с этим. Ну, это, блин, невозможно. Это, ну, что это такое? Ну, двойная сплошная. Ну, шоссе практически шестиполосное. Они влево ряд. Куда они там прутся? Ладно, я, по крайней мере, понимаю, зачем они туда прутся. Надо подумать будет на досуге. Как этот вопрос порешать? Да, с этой дороги нет поворота налево. Я только сейчас на меня доперло. Ну ладно, окей, хорошо, это мы проработаем. То есть отсюда налево я сделал выезд, а вот с этой налево нет. Хорошо. Да, появляться начали заброшки в промзоне. Поэтому я думаю, что, в принципе, и с доходом у нас пока все хорошо, красиво. Ну, 44 тысячи пока, но он гуляет туда-сюда. Можно, наверное, налоги немножко нашей промышленности понизить. Аккуратненько так, до 20%, например. 465. Ну да, тем более мы немного, в общем-то, на этом теряем. Вот, смотри, золотенько поползла. Хорошо. Так, ну что, первым делом надо покупать клеточки, пока денежки есть. Давайте будем выкупать. Ну вот эту как-нибудь, да, обе выкупаем сразу. Так, вот это. Сейчас мы нахапаем, посмотрим, сколько там у нас по деньгам, по самим клеткам выйдет. Сразу весь, наверное, остров тогда выкуплю. Получается 23, и у меня, в принципе, остается еще... Вот на этот остров, который я тоже хочу выкупить полностью. И тоже там кое-что сделать. Это если мы успеем в этой серии. Да, давай, два ляма. Бам. Вот. Теперь нам надо, собственно, построить сюда мост. И мост, конечно, блин. У нас есть шоссейные мосты. А, ну здесь тоже восьмиполосный вантовый есть. Вантово-балочный. Это разница. Пропускная способность слэп, содержание. Ну, это я вижу, что содержание меняется. А может, еще что интересного? Нет. Не говорит игра нам об этом. Здесь его, слава богу, высоко строить не надо. Ну, конечно, не на нулевом уровне. Но можно даже прямо на десяточке вот так вот поставить. И, в принципе, этого должно хватить. Так, это ты у нас, значит, восьми... А, этот шестиполосный, это восьми, все, понял.
Так, и, соответственно, 8-полосная тогда дорога у нас пойдет отсюда. Вот тут так. Она пойдет и прямо... Прямо вот сюда. Да ёшкин кот. Воткнись нормально, пожалуй. Вот. Шикарно. Шикарный такой автобанчик получается. Так, а здесь, как я и говорил, первым делом мы начнем равнять всю эту кухню, потому что мне надоело возиться с этим ландшафтом, с этими разными высотами. Ну, он у нас относительно ровный, да, остров, это хорошо. По большей части. Поэтому мы его сейчас чутка только подрихтуем. Особенно тут напрягаться не придется. Лужу обязательно оставим. Я уже ныл, что тут нет ни хрена возможности сделать пруд, а тут прям сам, как говорится, Бог велел. Так. Тык. Ну, у нас тут... Хотя нет, побережье можно сравнять вот здесь. Тоже. А то как-то странно выглядит берег у нас тут. Ну, есть такой небольшой пригорок, оставим для моста. Вот. А все остальное, ну, гладенько было, чистенько. Никаких выступающих частей. Вот тут еще подровняем. Так, косую эту сделал зря, конечно, но ладно, пусть будет типа пляжик. Кстати, можно даже и сформировать небольшой. А, ты заливаешься, да? Да, Маша, Ваша, что случилось? Да, это тут неинтересно, хоть все там сгори. Так, блин. Я потерял, где мы равняли. Да, я хотел. Не тряхти. Нет, не так. Немножко назад, пожалуй. Блин. Да ёп. Ладно, тут надо сравнивать. Вот так, что я делаю. Вот. Что-то вот такое у нас будет пляжеобразное. Ну, что-то как-то с песочком не очень получается. Ну, ладно, сойдет. Так. 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 Ой, не то. Здесь, здесь это тоже все выравниваем. Красивый ваш ландшафт природный, конечно, идет в дупу, но, как говорится, спасибо товарищам-разработчикам за наше счастливое детство. Как говорится, что наделали, то мы теперь тут, понимаешь, и исправляем за вас. Зато никакого геморроя не будет. Ну, эти мелкие потом докупим, разберемся. Так, ну а теперь, собственно, во-первых, подводка дороги. Сюда. Наверное. Ну, наверное, прямо сюда. Нет, прямо сюда, наверное, не надо. Давай-ка как-нибудь у нас слишком короткая. Ну, тогда отсюда, блин. Сюда. И потом такое же красивое. Прямо вот так вот. Через весь остров. Прямо вот сюда. А потом
Такое же красивое, прямо вот сюда. Бам. Вот. Это у нас восьмиполосочка, прям красота. Хотя у нас тут, конечно, деревни, и вроде как зачем нам такие вещи, но у нас, кстати говоря, здесь же, по-моему, что-то, но все-таки есть. Маленькая, да, удаленькая. Да, прям вокруг озера. Блин. Ромку я здесь нефтянку точно делать не буду, а вот сельское хозяйство можно было бы сделать, но оно, видишь, я говорю, прямо рядом с озером, а здесь я хотел сделать как раз что-нибудь такое красивое. Закопать, кстати, бесполезно. Я пробовал закапывать, здесь желтизна не заливается. Так что оно останется таким. Ладненько, давайте тогда... Ну, что тогда, я буду чертить, наверное, буду на ускорении, потому что это долго, это нудно. Что вам тут любоваться на это все в замедленном режиме? Погнали? Ну, в общем, как-то так вот эти районы будут выглядеть. Какие-то довольно увлекательные занятия, в кавычках, все эти расставления. Ну, на самом деле, конечно, действительно довольно неплохо, но все-таки муторно, муторно. Местами. Так, что-то я не то сделал, да? Такое ощущение, что я что-то не то включил. А, нет, все правильно. Вот, в общем, я сейчас таким макаром добью все остальное. Ну, просто это уже скипну, чтобы, ну, вас не отвлекать. Вот, а так, как видите, все, в общем-то, довольно аккуратненько. Дорожка отделяет площадку с дикими злобными тварями от собак. Вот. Тут тополя будут сидеть, в общем, чтобы они друг дружку даже не видели, и собачки могли спокойно погулять. Вот. Ну, в общем, вот в таком же режиме, в таком же духе, ну, в принципе, как мы делали там же, просто еще раз, и на этот раз для маленькой застройки. Да, и если обратили внимание, я не переулки здесь делаю, а именно дороги первоуровневые, самые простые, потому что, вот почему... Вот здесь я сделал с переулками, как в городе. В городе, кстати, нормально все это, все работает. А здесь, как видите, получается жопа. В эти переулки туда полиция не ездит. И здесь получается криминальная обстановка высокая. Вот чтобы такой херни здесь не было, мы сделаем здесь вот так. И это только первый у нас получается микрорайончик взамен вот этого вот якобы элитного, который на элиту, ну, никак пока не тянет. Вот, мы его сюда, значит, и перенесем. Единственное, я, конечно, тупанул, надо было все службы именно переносить, а я их заново построил. Ну, ладно. Деньги, в конце концов, есть. Вот, окей, все, я сейчас дочерчу, расставляю и включусь. Да, а дорожка здесь, я ни хрена не ошибся. Это именно пешеходная дорожка по набережной, по бережку, так сказать, идет. Это должна быть именно набережная. Набережной как таковой в игре и пока нет. Ее можно сделать там хитро способом, но я не хочу заморачиваться, и оно того, по-моему, пока не стоит. Пока просто сделаем такую пешеходную дорожку, ну а дальше там поглядим. Будут люди ее пользоваться, не будут. Здесь еще какие-нибудь парки пораскидаю, кстати, около и вдоль. Ну, в общем, поглядим. Все, включусь, когда закончу. Ну, вот как-то так у меня получилось. Значит, я тут еще небольшие лесочки сделал. Ну и, собственно, вот так вот все разметил. Давайте мы теперь сделаем райончик. Обзовем его. Я даже не знаю, как обозвать. Блин, не дай бог они тут же не захотят. В смысле, богатые и счастливые. Потому что, блин, райончик получается очень даже классный. Я сам не отказался бы в нем жить. Обзовем его, я не знаю, Барвихой обзовем. И посмотрим, будет нас элита здесь селиться или опять быдло наедет. Так, что еще? Да, надо, собственно, службам всем назначить. Так, это вода, назначить район. Дальше. Пожарка, район. Так, школа, пожарка. Подожди, где полиция у нас? А, полицию я не поставил. Я не поставил полицейский участок. А, нет, поставил. Все. Что вы меня пугаете? Так, полиция, пожарка, школа, медицина. Так.
кладбище. Сюда же. Вроде все. Так, и да, автобусы надо понаставить. Автобусные остановки. Будет у нас автобусная остановка, наверное, вот здесь. Потом он будет сюда к школе приезжать. Тут надо, наверное, переход сделать будет. Потом, наверное, будет ехать сюда. Разворачиваться и обратно. Ну, я думаю, этого хватит. Пум-пум-пум. Вроде бы все. Метро я пока сюда везти не буду. Я, наверное, потом на этот остров железную дорогу проложу. А вот, она будет идти отсюда, сюда, сюда и вот туда. Так, вот и все. А здесь все это разберу к чертовой матери. Так, так, так. Району надо задать условия. Лежачих полицейских. Закрытый район. Запрет грузового транспорта. Экономия, рециклинг и платные парковки. На обочине обязательно 20 баксов, пожалуйста. Парковку я не поставил. Я нигде не сделал парковки. Вот оно. Вот оно что. Я все время про них забываю. Ну, наверное, среднюю где-нибудь воткнем. А, где-нибудь при въезде в район. Вот здесь вот. Сейчас как бы тебя тут... Да, вот так вот. И где-нибудь маленькую на другом конце города, где-нибудь... Да, пусть вот здесь стоит. Вот так вот. Надеюсь, этого хватит. Так. Ну, вроде все. Я, конечно, наверняка что-нибудь забыл, но разберемся по ходу боя. Так. Что у нас здесь? Да, домик надо перенести этот элитный. Плюс 4 благополучия в радиусе километра и поставить его куда-нибудь вот где-нибудь здесь в центре почти. Вот так. Бам. И понеслась размечать зоны. Торговля низкой плотности. Поставим. Вот эту мелочь поставим. Сейчас на паузе немножко. Подожди. Вот здесь рядом с парковками. Вот так вот. Так, здесь, 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 да, здесь надо вот это покрасим, вот это покрасим, вот это покрасим. Так сказать, в прогулочной зоне сам Бог велел заделать нам все под торговлю. Ну, здесь что построишь, то и построишь. Здесь... Здесь, здесь и вот здесь, потом вот здесь, здесь. Площадка почти съехала, около этих прибрежных я не стал ничего такого делать. Никаких разводов, ничего. Как-то не это. Обойдется там. Там море, там само по себе все прекрасно. Так. Потом где-то вот здесь я хотел около школы сделать. Давайте отпустим. Да, понеслась. Вот так. Что-то такие маленькие магазинчики. Вот тут на углу что-то. Вот опять зона торговая. Ну, вот здесь прям под мостом само по себе, само собой, в смысле, прям торг-зона. Так, с этой стороны у нас тут только кладбище, да, ну тут тоже, значит, вряд ли тут кто-то захочет селиться, поэтому пусть здесь будет у нас торгаши. Так, ну и здесь немножечко побольше, наверное, вот так еще зона торговая будет, так сказать, на въезде. Вот. Ну, как-то, блин, тут хрен поймешь, да? Мешается. Ага, вот так получше. Маловато. Вот здесь еще надо что-то. Что-то где-то. Около школы, конечно, не хотелось бы, но... С другой стороны, где шклатроном еще закупаться-то, да? Как не
В магазинах при школе, может, все-таки что-нибудь это капнешь? Давай, наверное, вот эту вот прям всю сделаем торговой. А, ты вот так вот решил, да? Ну ладно. Ага, отлично. Вот. Мало, конечно, торговых у нас тут зон. Получается, наверное, надо еще вот здесь, вот здесь. Так, по мелочи. Здесь прям что-то вообще пусто. Давай-ка, наверное, вот так. Ну да. А остальное тогда все заливаем низкой плотностью, наверное, даже просто как-то, наверное. А, да, ну да. Сейчас опять перекрашивать начнем же, я забыл. Я совсем забыл. Ну, тогда, значит, вот так. Тут, наверное, лучше все-таки вот так. Вот тоже лучше. По бережку лучше красить кисточкой. А то он тут, блин, весь берег изуродует. Так, тут ничего, ничего, ничего. Тут кисточкой. А, тоже сейчас нам подровняют. Так, тут вот. Нет, сейчас. Раз, два, три. Вот так. Здесь так. 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 Так, есть шанс там что-то воткнуть, пусть воткнет. Так. Здесь ничего. Здесь так. 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 И прибрежные домики маленькие. Ничего, ничего. Так. Тут можно побольше понастроиться. Ничего, здесь ничего. Дальше опять заливка. И вот скажите мне, что вам негде жить. Чуть она как-то. А, понятно, там собачья площадка мешается. Нет. Ладно, тогда здесь просто ничего. Сюда, собственно, ничего не построить, но... Так, тут, так. Так. Вот здесь я еще хотел, кстати, торговую зону сделать. Здесь около парка одна тоже торговая, одна жилая. Так. Заливаем, заливаем, заливаем. Оп. А, это тень. Наводи мне тень на плетень. Так, так, так. А, кстати, недоразметил парк. Забыл. Не доглядел. Сейчас по-быстрому накидаем. Что у нас тут? Елки? Нет. Это каштаны. И березы. И, разумеется, кусты. Дико-дико растущие. Вот. Да, здесь торговая. Здесь две, наверное. А тебя торговая, а тебя жилую. На троечку тоже торговую.
парке такую, прямо в лесочке. А, нет, стоп, правильно, здесь лесочек. Не надо здесь ничего строить. Желаю, желаю. Желаю, 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 желаю. Здесь надо будет потом что-нибудь придумать еще. Так, вот здесь тоже торговая. Ну и здесь я уже все разметил. Отлично. Да, под мостом у нас жить плохо. Удивительно, рядом никто бы мог подумать. Так, ну и, собственно, автобусные остановки я расставил. Надо теперь маршрут создать. Допустим, он у нас будет с этой стороны. Нет, стоп. Цвета. 9 маршрутов у нас уже есть. Это 10-й будет, да? Кстати, один пустует прям совсем. Даже 2. Это плохо. Такого нет. Рыжего у нас нет. Прям такого ядрено-рыжего. Сейчас. Сейчас мы сделаем ядрено-рыжий цвет. Это у нас вот тут. Вот такой. Погнали отсюда, значит, сюда. Сюда. И поехали на мост, по мосту. По мосту, наверное, давай в эту сторону. Сюда. Сюда. Здесь у нас, если что, станция метро уже есть. Ну, значит, тогда можно и разворачиваться, и обратно. То есть до метро их довезли. А дальше, пожалуйста, пересадочка на метро. Такой короткий сельский маршрут. И обратно. Готово. Так, рыжий. Вот он. Тариф. 15. Нет, 10 у нас тариф. Ну и 7 машин, это, конечно, для такого маршрута перебор. 4 хватит. 4, говорим. Вот. Все, залетай. Помчались прям. Прям бегом помчались, да. Так, вода есть, свет есть. Сюда я свет подвел. Полиция, пожарные, бомчалка, этот самый. А, почтовое отделение. Я так и не поставил почтовое отделение. Давайте мы его поставим вот сюда. И мы получили 13 уровень. Развивающийся город. Еще 3600 миллиона. Главное, 13 очков развитие. Это очень хорошо. Да, и почтовые ящики надо поставить где-то, наверное, будет. Где-то здесь. Где-то, наверное, около школы обязательно надо поставить. Рядом с почтовой остановкой. А это у нас, кстати, пешеходная дорожка. Да, я что-то как-то это... Ну, по идее, ну, я не знаю, пешком пусть ходят. Нормально. Да, куда бы еще поставить почтовый ящик? Ну, кстати, на пешеход... А он ставится на пешеходную дорожку. Отлично. Ну, вот здесь его поставим где-нибудь. Он, правда, посередке хочет. Ну, ладно. Ну, ни хрена не сказалось на нем. Ладно. Я где-нибудь в этой части, вот здесь, на углу. Бам. Так, и интернет. Да, интернет сюда нет, не доходит. Ну, можно в уголочек. Слушайте, жалко, нельзя, знаете что, вот тоже опять же, да, круговые у нас есть, а вот это вот место ничем занять нельзя. Оно тут стоит, так и плешь, блин, пустая. Вот я бы сюда башню прям воткнул. Это, конечно, сильно подпортило бы наше, так сказать, впечатление, но... Ну и хрен бы с ним. Нет, тут рядом с лесочком, блин, я вот все срыл. А хотя ладно, что, лесочек как лесочек. Нормально зайдет. Давайте. Прямо рядом с дорогой. Никаких отдаленностей не будет здесь. Ну, вот им даже это. Не особо сюда и нравится ехать, да? Что-то не торопятся они застраивать. Окей. Такой микропоселок. Пока так. Так, и следующим этапом это значит, соответственно, снос всей этой красоты. Ой, прям сейчас чувствую, будет плохо. Пу-пу-пу-пу-пум. Так, что у нас здесь есть интересного? У нас здесь интересного, по-моему, ничего нету, да? Я все убрал. То есть сносить нам только этот самый... Жилые кварталы. А, маршруты. Вот, я помню, что какие-то эти, да, вещи тут будут. Ой, у меня метро сюда зациклено. Ну,
Оставим, конечно. Хрен ли делать. А, маршруты, маршруты, маршруты. У меня зеленый маршрут, да, здесь ходит. Салатовый такой. Ну-ка, сейчас как бы его... Блин, как же неудобно тут это сделано. Вот. Да, салатовый здесь целиком. В этом районе я его просто тогда, соответственно, отменяю. Сначала так, чтобы он там пометился, а потом вот здесь он как раз и нулевой, да. И удаляем его нахрен. Так, а еще у меня здесь зеленый, но он здесь вот здесь чуть-чуть только, да, заезжает. И все. И красный сюда, но здесь он к станции идет, это мы пока оставим станцию. Мы ее радикально разберем потом. Метро и больше ничего. А тебя мы тогда... Я пока оставим. Тут вот этот квартал у нас он средней застройки. Я его пока трогать не буду. Так. Тогда. Тогда. Запрет. Погнали. Прям вот так вот. Стоять. Вот прям вот так вот. Ой, какая катастрофа. Ой, что происходит-то? Подожди, стоп. Это у нас торговые ряды или что это вообще? А, нет, это да, все правильно. Так. Граждане, что же это делается? Выселяют, целый район выселяют. Ужас, ужас. Смерть, смерть, гроб, кладбище. Тебе мы пока вернем закраску. Вот так. Построй здесь что-нибудь. По-быренькому. Так, ну и соответственно. Я все могу так же? Нет. Он так же сносить не хочет. Но будем сносить тогда объекты разные. Черные, белые, красные. Так, что у нас? Сносим, сносим, сносим. Все к чертовой матери сносим. Хотя надо было переносить. Ну, я тупанул. Миа кульпа. Тут здесь не закрылось, да? И не стоять. Ты пока стой. С этой зоны я пока не решил, что делать. Хотя, наверное, ее тоже можно выкосить. Как-то оно у меня странно здесь получилось. Здесь такие домики, а дальше опять все одинарные. Тым-пым-пым-пым. Кого забыл? Площадка для выгула собак. Непорядок. Так. Тренажеры тоже в топку. Ой. Ну и дорогу тоже, так что... Быстрее уедут. Дорогу тоже все, потому что будем сейчас заравнивать вот это все. Ну не сейчас, но в принципе, да. Это все будет выравниваться и так далее. Так что... Вроде бы никого не забыл. Вот хорошо бы так область тоже так выделить и погнали. Но нет. Чего нет, того нет. Ладно, сами съеду. Все, застроилось? Вот, застроилось у нас тут все. В городе ужасно шумно. Вот и выбирайтесь из города. Так. А желтенькая у нас тем временем, кстати, чутка так подросла. И как у нас тут с промочкой? Ну, вроде новых не появилось. Заброшки все-таки появляются. Будем считать, что это рецидив старых времен. Но если что, надо... А, нет, заняли. Все, и здесь тоже все забито. Отлично. Вот то, что надо. Минимальный такой спросик небольшой. И это хорошо. И больше ничего. Так. Ой, тут кто-то горит. Ой, детская площадка горит. Нет? Да, парки. Ну, тут вроде тушить приехали.
потушат как-нибудь. Опять куча тел не вывозится, да, опять заполнен у нас этот самый крематорий. В смысле, не заполнен, а все машины на выезде, а места мне тут не хватает. А денег 10 осталось. Скорость обработки, блин, ну, зараза. Давайте там как-нибудь это. Мне неохота ставить еще один крематорий, хотя я чувствую, придется. Вот это вот все еще тут застраивать. О! Обратите внимание. Да, это тоже было. Это тоже было где-то в гайдах. Я нашел на форуме, кто-то писал, что они, вот жилая застройка, высокая плотности, они не хотят жить рядом с низкой. И поэтому ее желательно отселить подальше. Метров 200-300 хотя бы. Вот, пожалуйста, да, мы снесли район. Снесли район, я сказал. Все, да хватит. Хватит, район кончился. Расходитесь. Ничего здесь нет. Последние упертые. Нам некуда ехать, мы бедные несчастные. Сидят, понимаешь, как сычи. О, да, и сразу хлоп, появилась застройка плотная. В смысле, высокой плотности. Появилась потребность. Отлично, то есть, когда я снесу еще и вот это вот все дребедень, да, то есть, это будет еще больше место. Да, совсем чуть-чуть я снес, как видите, да, то есть один микрорайон только, который, кстати говоря, можно и удалить. Все. Вот ты смотри, он там вот это, блин, химайр какой-то, а? Сидит, ничего нет. Но я отсюда не уеду. Не, уедешь, чувак. Все, вас осталось чуть-чуть, я вас уже вручную поубиваю всех нахрен. Так, станцию метро мы пока оставляем. В чистом поле, блин. Так, а здесь что? Нет подъезда. Ну, а что ж ты строишь, если нет подъезда? Пешеходного подхода, точнее, это я уже знаю. Ну, хрен с тобой. В принципе, все равно вы как бы следующие на очереди, несмотря на то, что у вас там плотная застройка высокая, все дела. Все равно вам там, как говорится... Жить осталось недолго. Так, ну и, собственно, дорожки можно тоже все посносить. Если останется у нас станция метро в чистом поле. Ай, нельзя метро в чистом поле, да? Ах ты ж. Придется здесь немножко оставить дорожку. Ладно. Хорошо. Хотя, может, станцию тоже сейчас снести сразу. Может быть, и снести ее сразу. Ну, точнее, не снести, а перестроить. Перестроить. Так, вот это все убираем. Че, круговые эти перекрестки мои? Да, наверное, давай сразу тоже убираем. Вот это вот все. Я ее буду не сносить, конечно, я ее буду именно что перестраивать. Ой, тут у нас тоже остановочка была, да? Это убежище. Остановочка. Да, ой, у нас тут много было остановочек. А куда бы тебя тогда завести? А, наверное, знаешь, никуда. Я вас просто удалю. Да, и вы здесь будете разворачиваться. Отлично. Так, пока так. А тебя мы тогда... Тут смысл в чем, да? Чтоб ты сюда ехала, раз, допустим, да? А потом вот на этот остров. Но тебе надо в эту часть. Потому что, собственно, что я хочу... А, собственно, давайте сразу прямо поставим. Я хочу здесь сделать аэропорт. А чё б нет, да? Давно пора. Так, тут надо только дорогу убрать. Чтоб сносить нахрен. Ну, мне здесь
эти сельские пастораль нахрен не сдались. Конечно, тоже у нас, блин, остров был с природными ресурсами, но тоже совсем крошечный пятнышко. Да, конечно, сельским хозяйством у нас в таких островах заниматься не очень выгодно. Так, и ландшафт равняем по, допустим, вот по этой точке. Погнали. Этот каньон речной мы засыпаем. Все выравниваем. Тоже все выравниваем. Да. Тоже все выравниваем. И даже здесь мы тоже все выравниваем. Ну, немножко можно тут подровнять. Так и быть, чтобы не было слишком резких перепадов. Вверх или вниз? Нет, вроде вниз. Я там видел, да. Что-то у нас тут застряло. Руины старой мельницы. До свидания. Руины старой мельницы. Ты, может, конечно, даже туристический целый объект, но ты мне здесь не нужен. Вот. Вот как-то так. А теперь сюда бахнуть аэропорт. Как-то он у нас должен здесь влезать. Вот. Единственное, опять же, не очень понятно, где у него что. То есть дорога ему нужна, не нужна, в какое место она приходит. То есть у него вот так стоит, или все-таки лучше, наверное, все-таки развернуть, чтобы взлетка была там. Да, вот дорога приходит, вижу. Дорога там приходит, да? Вот так. Бум. 750 тысяч всего. Копейки. Копейки. Что у нас тут по самолетам-то получается дальше? А, у нас это у нас просто аэропорт. Есть еще международный порт и космический центр. Охренеть. Грузовой маршрут. Тебе что, международный нужен, да, для грузового? Ага. Что нам, кстати, дает? Плюс 3 эффективность офисов, плюс 5 привлекательность по всему городу. Ну, кстати, нормально. Так, значит, подожди. Стой на паузе. Вот, да, и смысл, соответственно, в чем? То есть, чтобы дорога сюда приходила, и где-то вот здесь у нас была станция. Ну, я, кстати, смогу сейчас по это самое повертеть туда-сюда. Мы, давай, маршрут уберем. Здесь. Просто тебя отключим. Вот. Теперь тебя можно взять и куда-нибудь унести и посмотреть, где и как красиво тебя поставить можно. Ну да, красиво поставить можно. Нельзя. Тихо. Здесь есть только развернись. Вот как-то сюда присоседить, да? Вот. Но нет, тут тогда дорога не пройдет. Просто дорогу надо сюда, аэропорту подводить, да? Ну, я чувствую, мы будем сейчас насыпать что-то. Да, видимо, придется делать насыпь, потому что здесь у нас в любом случае она прямо впритык. А значит, надо территорию острова расширять немножко. Ну, тогда здесь под этот подстанцию железнодорожную мы тоже немножко поднасыпем. Вот. Как-нибудь тут сейчас тебя. Нет, ну это много, но ладно. Что-нибудь тут сообразим, чтобы выглядело более естественным образом. Давай море затапливай там все, что хочешь. Так, и перенесть
Вот теперь тут места достаточно. Ну, как достаточно? Сразу там, конечно, уходят мосты, мост, кусты. Ну, это опять же, если что, подсыпем. Не проблема. Сейчас главное дорогу сюда завести. А это значит, кстати, сейчас мы еще немножечко будем сносить. Потому что дорога у нас туда пойдет к аэропорту. Сюда, отсюда, вот-то, прямо вот она. Вот она, наша красивая, достаточно будет здесь дорога. То есть мы сносим сейчас злым бульдозером. Вот, правда, и так тут перегружено, но ничего. Прям вот здесь вот так вот по линии. Бам! И все это мы сносим. Единственное, что я пока не буду сносить, я не буду сносить дорогу, дороги сами, я по ним, так сказать, по верхам. А хотя, собственно, надо ли мне тогда это все делать было прямо сейчас? Наверное, нет. Да, возвращаем. Торговые, что ли? Да. Ладно, что-то я поторопился. Мы вернем, так и быть. Сами там лишние снесутся. А что не снесется, то значит пока еще постоять может. Все, исправил. Все исправил. Хорошо. Так, дорога. Пока оставим здесь четырехполосная у нас идет, да? Ну, пусть четырехполосная пока и будет. Это начинается. Так, мы тебя поднимаем мостом. Вот так вот, на 30 метров, да? А, что-то там снеслось. И, собственно, мост двухполосный, крытый деревянный. А, блин. Подожди, я ту поставил дорогу-то? Да, не ту, конечно. Конечно, не ту. Резко слетела. Радон. Ну, правильно, что слетела, да. Так, ну да, четырехполосные. Тридцать метров, пожалуйста. Тут непонятно, какая высота. Ну и ладно. И прям у нас прямо вот сюда. И дальше уже у нас опять же идет вниз. 80. А хотя давай прям до упора. И здесь вот так вот. Нет, не так. Лучше вот так. Опять привязки нет. Вот он и дуркует. О. Бам! Так, дорогу к аэродрому, к аэропорту подвели, но не до конца. Посадки, высадки пассажиров и вот это вот все. Терминалы, все дела. Ну, а к станции, значит, сюда, да? В принципе, можно сразу. Что баловаться-то, да? Давай сразу подкинем. Пока поставим. Какая разница, где она у нас стоит, бесполезно. Ну, будет здесь стоять. Бесполезно и бессмысленно. Давай пока тебя сюда подкнем. Сам я сейчас еще немножечко землицы-то насыплю. Вот так вот. Даже, наверное, еще чутка. Тут опять вылезло. В процессе заглаживания рельефа. Нужно по краешку только, и все.
Вглубь углубляться не надо. Вот. Теперь можно ее сдвинуть левее. Вот так вот. Чтобы было где путям прийти, чтобы было где путям уйти. Ну, точную доводку сделаем потом. Сейчас главное нам что сделать? Нам главное сделать аэродром. Аэродром сделался, теперь туда надо подвести воду. И все остальное. Воду туда и обратно, скажем так. Чпоньк. И лепездричество у нас вроде по мосту идет, да. Пока должно этого хватать. Хватает же? Да, все пропало. Соответственно, аэропорт у нас работает. Парковка обязательно платная. Есть отдельные... А, ну только парковка, да? Парковка у нас 15 баксов. 5 персонала из 20. Комфорт линий 0. Вот, собственно, можно сделать линии. Я надеюсь, это не только внутренние перевозки у нас здесь. Оу. А куда? А как? Сбаха, это у нас именно что они? Внутренние линии. Серьезно? Вы серьезно? Или это степ такой тонкий? То есть это вот аэродром, который можно... А, нет, вот, все. Беру свои слова назад. Блин. Не нажалось. Но очень плохо. Опять же, вот, ну, вот с интерфейсом транспортным у них прям совсем все беда. Прям совсем беда. Нет, стоп. Давай посмотрим, что еще там есть. Еще куда-нибудь могу отправить наш самолет? То есть ни хрена не видать. О, могу. Сюда. И обратно. Go Anywhere. Получено достижение. 20 активных транспортных потоков надо иметь. Я так понимаю, я эту цифру достиг. Так. Раз, два. Три. Вот, еще. Эти белые и светлые фоны, блин, и светлые же цифры на них, это как-то очень... Очень и очень. На мой скромный взгляд. Так, ну я почти всех раскидал. Раз, два, три. Вроде бы А4, да. То есть 4 маршрута мы сделали. Один у нас даже запасной, получается, остается. Бам, готово. Смотрим наши маршруты авиационные. Самолетов по нулям, терминалов 2. А почему у нас самолетов по нулям, извините? Я надеюсь, мне их покупать не надо. Персонал, комфорт, линии 4. Ничего не сказано про самолеты. Используется транспорт-средств 8. 4 линии по 2 аппарата, значит, да? А, 1 из 3. Почему тогда 8? Должно быть 4. Цены на билеты, извините, это авиаперевозки. 20 баксов. 20 баксов, пожалуйста, с носа. Да, дешевле? Дешевле, товарищи, чем на такси. Так что давайте. Запрыгивайте в наш самолет. Наша авиакомпания желает вам приятного полета. О, кто-то уже прибыл. А есть кто на борту? Нет. Пустой самолет. Ух, как я это люблю. Тоже пустой? Тоже пустой. А пассажиры есть? Пассажиров на остановке 0. Тоже нет.
Короче, ни туда, ни оттуда. Ну, надеюсь, все-таки надо просто подождать. Как у нас тут дела? Первым делом народ начал жаловаться на высокую арендную плату. Бедный, обездоленный, средний доход. В общем, хрен деду, а не барвиха. А почему здесь не строитесь? Потому что я здесь оставил место пустым. Зачем? Не знаю. Видимо, как-то... А, здесь должна быть торговля, пардон. Ну, тогда вот так. Раз они туда пошли, а здесь строиться никто не хочет, пусть будет вот так. Так, и что бы нам еще такого веселого-то сделать-то? Я помню, что у нас очки есть нераспределенные. Но надо сначала вспомнить. Давайте посмотрим, что у нас вообще еще есть открытого. Я тогда взял аэродром. И что-то я еще взял. А, ну эти станции, да? В смысле, пожарную станцию большую и полицейские участки. Вроде все, да? Да, 12 очков тогда ушло. Хорошо, что у нас еще есть интересного? Сортировочный, серверный, это все понятно. Туристические достопримечательности. Вообще, в принципе, можно было. 8 баллов, но немножечко не то. Международный аэропорт мне пока не надо. Мне только этот построил. Банк я хотел, да. Я хотел центральный банк. Еще и мэрию. Нет, мэ... господи, мэрию, мэрию. Мэрию мы взяли, Верховный суд. А, нет, Верховный, все правильно, да, банк. Банк. Ну, большое убежище, кстати, тоже надо взять. Вот в этом, в центре города ставить надо маленькие, нет смысла, они слишком маленькие. У нас, допустим, оно на 1000, да, даже там с улучшением на 1.5-2, а у нас он район, допустим, Пиктон, 15 тысяч человек, блин, только в одном районе. Ну, куда мне тут? Так что, наверное, большое убежище я возьму, это 4 балла, да, у нас остается 9. То есть, в принципе, что-то на восьмерочку. И на этом все. Ну, банк, наверное, да? Давайте возьмем банк. А, у нас еще пассажирский порт можно поставить. Но это я пока не придумал куда, так что отложим на следующую серию. Да, где наш банк? Давайте возьмем банк и возьмем большое аварийное убежище. Их оба надо как раз сейчас и поставить. Начнем, наверное, все-таки с убежища. Кстати, у нас тут застроился райончик до конца. Не вижу. Не вижу. Я не вижу ваших рук. Но тут место пустое. А почему? Вообще зелененьким покрашено. Давайте строитесь. Я знаю, что вы туда влезете. А вот эти районы, да, полностью застроены. Кстати, надо... Не успели, да? Восстановить. В смысле? Ну, я говорю, восстановить. Что ты от меня хочешь? Ага, понятно. Так. Да, остальные районы у нас хорошенько заселились. Плотненько. Плотненько набито. Так, значит, 15 тысяч, да? Где наши пожарки? Где наше большое убежище? Оно, кстати, не очень много места занимает. Но единственное, я, конечно, как всегда, при планировании об нем забыл. Сюда ты не хочешь, да? А жаль. Прям идеально вставало бы. Сюда. В переулок. Тебя засунуть. В принципе, да. Правда, 3 клетки остаются ни туда, ни сюда. Ладно, давай поставим. Значит, ты у нас на 25 тысяч. Вообще шикарно. То есть, закрывает полностью 8, 10, 18. То есть, эти два района ты полностью у нас пока закрываешь. Вот мы тебя сюда... Пока и поставим, да, Пикторнтон и источники Лейн. А тебя можно будет, кстати говоря,
Там, собственно, станция. Давай мы уберем вот эти вот пути. Здесь все опять же. Да, здесь тоже надо будет немножко этот райончик перестроить. Я придумаю. Поприкидываю, построю планы, как это сделать. Так, тут у нас почтовое отделение, почтовая часть. А, ну вот как раз сюда давайте и поставим. Еще один. Бам, на 25 тысяч. Вот, ты у нас будешь закрывать кварталы Линден, которые у нас... Я что-то не понял, я же смотрел, там 25 тысяч было на себе. А, домовладение 9, господи, 15 тысяч. И 12 тысяч. 27. Ну, с небольшим запасом, да. Тебя ж, в принципе... тебе нельзя улучшать. Ну, значит, кому-то не повезет. Или мы сделаем так. Здесь 10, да, вот ты тоже будешь на 2, и Пик Торнтон будет делиться нас пополам. Вот так вот. Ну и вы заходите. А вы у нас бесхозные остались, да, тем более. Пока есть, заходите. Так, значит, аэропорт поставили, район поставили. Смотреть на него пока страшно. В плане благосостояния и так далее, и довольства. Это мы расчистили. Эту дорогу мы вынуждены оставить, это потом. С метро разберусь как-нибудь на досуге. Как у нас с образованием дела? Где наш колледж? Колледж в порядке. Здесь уже перебор. Ну, здесь еще можно крылья поставить, собственно. Вот так вот. Так. И банк. Банк. Центральный банк. Центральный банк. Прибыль от экспорта, стоимость импорта и проценты по займу по всему городу. То есть тебя отставить, в общем-то, похрен, да? Вот и у нас здоровенное административное здание, а я эти районы уже разметил. У нас вот здесь территория пропадает. Поэтому давай-ка мы тебя здесь и поставим. Не шибко далеко двигать будем. Ну, точнее, давай я тебя поставлю так. Если что, мы тебя подвинем. И ты у нас тоже не улучшаешься. Ну, тогда отлично стоишь, да? Потому что здесь тогда вот так вот по больничке сделаем. Потом это вот подровняем тоже. Потому что все равно они здесь, сука, сносят. Вся, перестраиваются, поэтому все равно все это придется тоже со временем сносить. Ну что, ну такое у нас городище получается. В общем-то, уже вполне себе интересно оформлено и выглядит. И вот это вот все. Ну, минус опять 260 тысяч, это не страшно. Сельское хозяйство растет, процветает, точнее промышленность. Графика опять глючит, порт работает на полную катушку. Аэропорт появился. Пассажиров по-прежнему ноль. Ну, дед, эффективный менеджер, знает, как слить ваши бабки в унитаз. Обращайтесь, если кому надо. Ладненько, тогда на этом мы, наверное, серию закончим. Я так понимаю, она получится чуть как короче, потому что я тут, ну, честно говоря, я не знаю. Ну, давай посмотрим. Давай посмотрим, что у нас тут. Уровень зданий. Понятное дело, все по низу. Только заехали. Стоимость зданий. Ну, опять же, не считая туристических, точнее, этих отдыхающих зон, да, все домики. В общем-то, так себе. Ты где-то тут поворот. Вот. Что там у вас опять горит? О, а вот это плохо. Это уже здесь. Ну, в принципе, у нас здесь где-то башня стояла, так что... Авось потушит. Смотри, причем здесь какая она. Ух, какая стоимость земли тут. Ух, а тут прям все копейки. Так, да, прибыльность компании, коммерции, промышленности. Да, коммерция здесь очень прибыльна, логично. Природные ресурсы мы знаем. Население. По возрастам. Много красных. Красные, это напоминает пенсионеры. Но в основном желтенькие и оранжевые. Хорошо. Плотность населения, ну, минимально. Довольство. Бах! Все в восторге. Все в восторге. А вот благосостояние, ну, опять же, такое себе. Чё прутся? Как повысить стоимость жилья? С учетом того, что
Блин, не дергайся. Да не дергайся ты. Еще мышку, блин, ни хрена не видно на этом фоне. С учетом того, что по отдыху у нас прям вот, ну, блин. Все должно быть замечательно. Хотя, кстати, тоже не особо. Досуг. Автомобиль парковая служба. Кстати, надо уже, наверное, завести себе эту парковую службу. А вот досуг тебе, типа, вам, типа, проводить негде, да? То есть здесь чисто парки и развлечения. Я не знаю тогда, что досуг, там тоже, в общем-то, все такое же. Ну, туристы, для туристов здесь достаточно привлекательно. Так, такое, да? Ну, то есть есть на что посмотреть. Поэтому странно, что наших не устраивает. Рабочие места, кстати, тоже слабенько, но имеется. Воздух чистый, по минусу прям ноль. Чисто. Шум загрязнения минимальное. Загрязнения воды нет вообще. Кстати, о воде, но нормально. Терпимо. По свету. 117 еще продаем. Но, кстати говоря, уже надо скоро будет стоить ставить эту угольную станцию. Интернет есть, почта есть. Все вам есть. Автобусы ходят. Кстати, как они там в плане загруженности? Ну, люди ездят, это главное. Мусорки катаются. Все красиво. Вот что им еще сделать, чтобы они начали, понимаешь, повышать уровень своих домов? Счастливы. Высокая плата за воду из электричества. Я вам еще и плату снижать. Да вы опухли. Ой. Ладненько. Давайте врубим наш любимый этот самый. И пойдем просто гулять по нашей деревеньке. На фоне шикарной горы. И кривых заборов. Ладно, в общем, такая вот получилась серия. Серия на этом все. Если она вам понравилась, ставьте лайк. Если не понравилась, ставьте дизлайк. Оставляйте ваши комментарии, делитесь впечатлениями об игре, на моем канале, о моем прохождении. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Также подписывайтесь на группу ВКонтакте, ссылочка есть в описании. Если у вас есть аккаунты на вас, Делитрово, подписывайтесь на мой канал и там. Заглядывайте к нам с Лаградки на наш Дискорд-сервер. Ну и не забывайте жать на колокольчик, дабы не пропустить выход новых серий. А у меня на этом на сегодня все. Всем спасибо и пока.